Здравствуйте, меня зовут Елена, фамилия моя Оглеснева. У меня никогда не было другой профессии, поэтому все, что я делаю, мне нравится. Больше всего мне нравится то, что я делюсь тем, что знаю, потому что это помогает людям изменить их жизнь. Я закончила Омский педагогический университет. Этого, конечно же, было недостаточно. Поэтому для того, чтобы получить работу в Москве, пришлось получить несколько кембриджских сертификатов. А сначала нужно задаться целью сдать какой-нибудь экзамен, например, кембриджский экзамен, например, CAE, CPA. Когда вы имеете такой сертификат, это позволяет вам получить CELTO. То есть все это пошаговые мероприятия. Вот таким путем я и шла. Я просто искала место, где можно было бы получить это образование, этот сертификат. Первым в списке оказалась BKSC. Здесь я прошла CELTO в 2007 году. Почему-то я не сразу осталась. Видимо, я думала, у меня будут еще какие-то другие пути. Но нет, я вернулась сюда в 2010 году. И сначала вела просто General English, общий английский. А потом мне предложили вести IELTS. Если вы общаетесь с людьми у нас, то вы наверняка знаете, что очень многие люди недовольны своей жизнью. Как много из них пытается что-то изменить? Минимальный процент. Студенты, которые приходят сюда, это люди, которые знают, что они хотят изменить свою жизнь и знают как. То есть это срез общества, это амбициозные, умные, трудолюбивые люди. И мы их учим. Мы должны общаться и объяснять все это на языке. Мы не пользуемся русским языком. Здесь всегда есть у кого поучиться, и всегда можно попросить о помощи. Здесь нет конкуренции. Конкуренция только в здоровом смысле, не та, которая доставляет неприятности. Если вы хотите изменить свою жизнь качественно, нужно учить иностранные языки. И делать это можно здесь, а может быть и нужно.